Друзья, приветствую всех-всех на нашем ЖУЖИ-канале. Это первое видео, и именно поэтому мы сделаем его интересным и полезным для вас. Как вы уже догадались, это будет урок обучалка, одному крайне полезному и весьма простому трюку. Многие наверняка подумают о трапеции, но нет-нет, друзья, об этом рассказывают все. Мы же за неординарный подход, и поэтому сегодня мы научим вас обратной трапеции. Чаще всего это упражнение можно увидеть в связке с тумбой, когда лошадь встает на нее всеми четырьмя ногами. Однако, если тумбы у вас нет или лошадь нужно подготовить к более сложной задаче, мы используем обратную трапецию. Лошадь учится балансировать, глубоко подводит задние ноги под корпус и при этом очень бережно и без рывков растягивает мышцы крупа, спины и шеи. Для обучения мы будем использовать стенку, либо же одно из невысоких препятствий, хлыстик и, конечно же, вкусняшки. Существует два способа объяснить лошади принцип данного упражнения. Первый вариант – с помощью такой весомой подсказки, как невысокое препятствие, в нашем случае это будет стенка. Второй вариант – для более продвинутых, в котором нам понадобится только хлыстик. Итак, давайте же рассмотрим оба варианта более подробно. После того, как мы установили стенку, мы, естественно, даем лошади ознакомиться с подсказкой. Далее наша задача – поставить лошадь максимально близко к препятствию. Не забывайте также поощрять за каждое правильно выполненное действие. С положительным подкреплением дело пойдет быстрее. Следующим шагом мы, с помощью угощения, показываем лошади, что ей необходимо тянуться в сторону руки. Вначале достаточно просто вытянутой шеи, но и на этом этапе, и при усложнении задачи с просьбой передвинуть на шаг и больше задние ноги, мы внимательно следим за передними, они должны оставаться на месте. Подсказкой этому служит препятствие. Однако, я рекомендую использовать именно сплошную стенку, поскольку незакрепленная жердь может упасть, если лошадь не сразу поймет поставленную перед ней задачу и переступит передними ногами. Как и при любом обучении, не требуйте сразу много, усложняйте постепенно, шаг за шагом. Лошадь может элементарно потерять равновесие, если шагнет под корпус слишком сильно и резко, а препятствие перед ней вовсе не является опорой, вне зависимости, стенка это или жердь. Второй вариант отличается от предыдущего тем, что вместо препятствия мы используем хлыст, которым и придерживаем передние ноги. Начинаем аналогично, с помощью угощения, и просим только вытянуть шею. Далее усложняем задачу, все так же контролируем передние ноги, но уже сильнее вытягиваем руку, побуждая лошадь сделать шаг. Щедро хвалим за успехи. Передние ноги должны безукоризненно стоять на месте. Когда это будет усвоено, можно смело доводить трюк до идеала. Выход из обратной трапеции, так же как и из обычной, осуществляется назад. Так лошади проще запомнить, что двигаются в данном упражнении только задние ноги. Вот и все. С помощью этих простых подсказок мы с вами освоили такой зрелищный, а главное полезный трюк. Друзья, если вам понравилось наше видео, не забывайте ставить палец вверх и подписываться на наш канал. Также обязательно делитесь в Instagram своими успехами, ведь чем больше обратной связи, тем скорее выйдет новый ролик. Всем успехов, творческого настроя и до встречи в следующем видео!